Сегодня студенты Урала и Поволжья сошлись в поединках по вольной греко-римской борьбе за Кубок Ректора. Такой турнир единственный в регионе. В этот раз на соревнования заявились 8 вузов. Мы допускаем тех, кто физически готов и кто имеет соответствующий спортивный разряд. Не ниже первого разряда здесь борются участники. Вообще в турнире участвуют по греко-римской 8 мастеров, по вольной 6 человек мастера. То есть практически в каждой весовой категории есть мастера спорта. Участники борются за личное и командное первенство. Победители получают право выступить на всероссийских состязаниях, которые состоятся 19 мая в Рязани. Помимо этого, судейская коллегия производит отбор спортсменов. У вольников где-то 80 человек участников. То есть, ну, фавориты, как всегда, сельхозакадемия пермская. У нас идет подготовка к первенству федерального округа по молодежи, которая в Казани будет 2 апреля. То есть, это очередной старт. И все, кто должен бороться на округе, они здесь выступают. А вот греко-римская борьба менее востребована. Всего 65 участников, но подготовка спортсменов, как утверждают судьи, становится лучше. Уровень мастерства, я считаю, что с каждым годом растет, и представительство растет. Приехали у нас команды с города Кургана, со Строицка, много представителей разных вузов. Но на соревнования в Рязани отберут только десятку сильнейших, не обделяя ни одной из 7 весовых категорий.